Всем привет, мои дорогие подписчики, меня зовут Полина Николаенко, и сегодня пятница, и как вы догадались, сегодня будет месть. Это видео будет, как я буду красить Вику. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, и мы начинаем! Ничего не вижу, мне просто будет интересно в конце поржать. Так, я не знаю, что это. Сейчас ищу. Тихо! Ты можешь не перебирать, но это все сейчас сыпать. Так, дикисточка хоть одна! Да, это реально стрёмно, когда ты нифига не видишь. Народ, если хотите, попробуйте это со своими друзьями, будет реально весело. Ой, я поняла, что это за тени, это такие фиолетово-розовые тени, они очень красивые. Ты где? Ай! Ну не в нос же сразу. Глазами поаккуратнее. И нос. Ди-ди-ди-ди. Мне просто прет. А где крышка? Ладно, хрен с ним, обойдемся без крышки. Дальше хочу вот это. Это, я так понимаю, судя по всему, это розовый какой-то красный карандаш. Я им подведу Вики губы, потому что Вике нужно подчеркнуть ее красивые губки. Вика, вот красивая губка. Не лазь в рот. Так. Точки у нас верхние остаются неизменными. Дальше мы прорисовываем отдельно вот эти вот штуки. И уголки отдельно прорисовываем. Вот это прорисовываем вот так вот все. Прорисовываем. Вика дальше отчитывает губы свои. И мы дальше вот так рисуем. Скажите, красиво получается? Так, дальше я хочу взять, что я хочу взять. Я хочу взять вот эту хреновину, это розовый блеск, Вики. Сейчас, Вика, иди сюда. А ладно, хрен с ним, куда угодно уже попаду. Я поняла, что я уже все равно все испачкала. Нормально. Если хочешь, можешь посмотреть на себя в зеркало, это вот в этой большой хреновине. Это, я так понимаю, тени. Они достаточно красивые. Но они фиолетовые, да? Синие, фиолетовые, я не знаю. Вика. И мне надо покрасить Вики. Мы делаем такой макияж красивый достаточно на вечерний, на Хэллоуин, но это такой. Так, это, я так понимаю, тушь. Нет. Это помада. Да, это помада. Так, Вика, ты уже мазала мне. Лишний слой помады не помешает. Особенно если у вас такие красивые губки, как у Вики, их нужно подчеркнуть. Так, сейчас. Вика, прости за ресницы, я буду отрываться на тебе, потому что... Дай мне тушь нормальную. Вот, Вика. Это, я так понимаю, это только тушь, которую я Вике давала, леопардовая такая желтенькая. Угу. Да, хорошо. Ничто. Вот эти ресницы. Ты мне вообще аж в глаза резала, я не знаю, какие эти. И по всему я Вике по ресницам попадаю, я надеюсь, по крайней мере. И подведем еще немного брови. Потому что брови нужно подводить. Благодаря бровям контурируется ваша форма лица. И у вас будут лицо такое, как вы хотите. Так, дальше хочу взять вот эту вот штуковину. Это, я так понимаю, тени вот эти вот в форме капельки. Очень красивые, тоже, по-моему, черно-розовые или какие, я не помню, но они очень красивые. Так вот, вот набираю и размазываю на Вики. Дальше мы берем, мне нужна вот эта штуковина, которая тоналка. Я протопила, я намазала ее не в начале тоналной основы, а в конце у нас их снег.
Я, насколько помню, она разбита. Игорь ее пыталась как-то набирать. Я ее поэтому буду набирать вот таким вот кусочком. Прорисовываем Т-зону. И растушевываем пальцами. Я пальцами, конечно, не люблю растушевывать, но веки кисточки нету. Так, ну дальше я хочу еще взять где вот эту штуковину. Тихо, сейчас что-то... Я поняла, это блестки. Как? Вот так вот. Нет. Вот так? Кровать. Я понимаю, как блестки. Это блестки. Вот, тихо. Куда ты дуешь? На тебя! Не на меня! Ладно. Черлисайт. Совсем высит какая-то. Все, хватит. Я вся в блестках, да? Я вся в блестках. Я понимаю, Вика у нас сегодня будет такой красивый, она закручивает чем хочешь, я не знаю. Так, дальше я да. Вот так, наверное, хочу. Мы Вике тут кровать уже испохабили. Ну, спасибо. Новый плед, Полина. Ой, я знаю, это обалденные тени. Которая Вика говорила, что мне их не будет давать, но я их нашла. Это новые обалденные тени. Они очень безумно красивые. И ими я сделала Вике стрелку. Потому что Вика у нас как Вика с девочкой, она должна быть нежненькой. Как думаешь, ты готова? Угу. Точно? Можно я сниму? Можно. You sexy motherfucker. О, мой бог! Зато красавица. Ну, Вика, мы с тобой красотки обе. И пришла к нам наша замечательная компания. Только капу не трогай. Вот такие вот мы красотки с Викой. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить свои пальцы вверх, подписываться на мой канал. Кстати, я надеюсь, с Викой вы увидите достаточно много новых видео. Надеюсь. Ну, посмотрите, какая она красавица. А я, посмотрите, какая красавица. Мы друг друга стоим. Мы не умеем гратить друг друга. Особенно с закрытыми глазами. Ну, ладно, всем люблю. Пока! Следующее видео будет уже в среду, не пропусти. Также не забывай ставить палец вверх, ну и подписываться на мой канал. Жду здесь тебя, тебя и тебя. Пока!